Площадь угодий Ивацевичского региона составляет порядка 80 тысяч гектаров, что, конечно, немало. Специализация, как и в целом, Брещины – производство мяса, молока и зерновых культур. СПК «Святая воля» и «Победа», которые в рамках семинара посетили руководители, выбраны не случайно. На их примере учили, как не нужно управлять и что необходимо делать, чтобы животноводческие комплексы после всех модернизаций, многомиллионных вложений начали приносить ощутимые доходы. Два хозяйства, два разных стиля управления и показатели, конечно, существенно разнятся. Сегодня мы видим, что не все гладко у нас в Ивацевичском районе, в тех хозяйствах, от которых мы особенно в Победе. Если в Святой Воле там чувствуется порядок определенный, там руководитель на месте, который считает копейки, получает миллиарды рублей прибыли, то как раз в этом хозяйстве мы видим наоборот. Поэтому был дан здесь срок для исправления вот этой ситуации, а по итогам итогов работы этого года по этому хозяйству, конечно же, райисполком будет принимать определенные меры, если не будет никаких сдвигов. Но пока суть до дела, пока подведут итоги, такое предприятие, как Победа, оставлять в беде нельзя. Глава региона неоднократно подчеркивал, что СПК может работать, и следовать на присоединение отстающих колхозов не стоит, поскольку непорядок есть и в основном хозяйстве. Было присоединение к Победе 2 года. Убыточное хозяйство было присоединено, поэтому наложило свой отпечаток. Но я думаю, вот и как губернатор дал срок до конца года и по первому кварталу, будем определяться. Либо это хозяйство будет работать с этим руководителем, либо без этого руководителя, но по-любому район не даст пропасть такому хозяйству. Их минусы после того, что перестали думать, они перестали мозгами шевелить. Что тут изменилось? Ничего абсолютно не изменилось. Наоборот, вот этих ферм, там, где мы были, вот все, что это вот Чертково хозяйство? Это Победа. Это Победа. Так тут надо навести порядок, прежде чем говорить о том, что что-то в Чиркове не так, как делалось. Поэтому не с этого надо начинать. Надо начинать с людей, самих себя начинать от руководителя и кончать специалистами. А те люди, которые работают на фермах долячками, кормачами, доярками, те люди будут делать все то, что потребуется от них, потому что их зарплата, наоборот, зависит от того, насколько мы тут вот хорошо работаем. Действительно, неумение некоторых руководителей повести за собой коллектив создает те проблемы, которые приводят хозяйство к плачевным результатам. СПК «Победа» тому пример. Плохие условия для выращивания скота и недостаточное кормление приводят к тому, что нет увеличения удоев и привесов. А ведь необходимо только соблюдать технологический процесс, начиная от скармливания маленького, только родившегося теленка и заканчивая созданием условия содержания взрослых дойных коров. На каждом из этапов работы сотрудников молочно-товарных ферм должна быть подчинена правилам выращивания и содержания. За последние годы в области была проведена огромная работа по созданию современной материально-технической базы. Но, к сожалению, далеко не каждое хозяйство способно грамотно воспользоваться такими возможностями. В Победе при всех имеющихся условиях, пусть и не таких, как хотелось бы, все идет наперекосяк. Точку в вопросе бесхозяйственности поставил Константин Сумар. И сразу нашелся выход. Выход из этой ситуации есть. Я думаю, в течение месяца-двух предпоследние, которые помещения смотрели, там переоборудовать на мелкогрупповое содержание скота. И также технология будет соблюдаться. В вопросе развития животноводческой отрасли мелочей не бывает. Каждая деталь важна, ведь она как маленькое звено большой цепи. И если выпадет одно, порвется вся цепь. Именно поэтому нужно быть особенно внимательными, чтобы ошибки в будущем не сказались отрицательно на развитии целой отрасли. По словам главы региона, в работе важную роль играет человеческий фактор. И с этим нельзя не согласиться. Выездной семинар-совещание на базе Малорицкого района, а также посещение комплексов Ивацевичского стали доказательством того, что активная работа в направлении развития и совершенствования животноводческой отрасли должна проводиться регулярно. Но не все это понимают. Слова словами, а принятие должных мер – серьезная необходимость. Ведь на кону многочисленные производства, которые не один год строились и модернизировались, в которые вкладывались огромные средства и от которых государство ждет отдачи. Каким образом будет получен результат? Путем присоединения, укрепления хозяйств или отсоединением – неважно. Главное – сделать все разумно, по-хозяйски. Если хозяйство эффективно работает, и там 2000 гектаров земли, но она эффективно работает, эффективно использует эту землю и так далее. Да, на здоровье пускай она работает в таком режиме и с такими объемами. Но есть хозяйства, которые необходимы для развития, и там руководитель тянет, и специалисты, которые, наоборот, возьмут больше земли и еще больше эффективно начнут работать, давать хорошие результаты на здоровье, Бог им помощь. Они в этом направлении движутся, и у нас нет такой в области, например, задачи такой или нажима, что вот любой ценой
и несмотря ни на какие затраты, ни на какой экономике. Все должно делаться разумно, и мы это делаем в области. Вывод из всего ранее услышанного можно сделать лишь один. Чтобы у хозяйства была достойная прибыль, работать правильно нужно начинать уже на начальном этапе. Ведь качественное молоко можно получить лишь в качественных условиях. Мелочей в животноводческой отрасли не бывает, впрочем, как и в других. Итак, воспроизводство дойного стада – это первоочередная задача для руководителей районного звена и председателей СПК. Но со счетов не сбрасываются и другие факторы, в том числе трудовая дисциплина и рачительность каждого работника.